все нормальные люди на Мальдивах отдыхают, на Бали или хотя бы в Турции. Только мы приперлись в этот санаторий. А что? Нормальный же санаторий. Мне тут нравится. Судя по тому, откуда ты к нам в город приехал, конечно, это для тебя рай. Ну тогда не надо было сюда со мной ехать. Ты мне еще поговори, камикадзе. Смотрите на него. 2 недели у своей мамаши пожил, храбрый стал, что ли, а? Может, хватит меня бить, а? Может, хватит меня раздражать, а? Ну, моя же тетя сюда путевки пробила. Твоя тетя у нас кольцо сперла в прошлый раз. И мясо все съела. Она когда плов ест, она рис не трогает, мясо ест, мясо все время ищет, мясо, как шахтер, блин, роется вот в плове, мясо свое ищет. Чтоб больше я не знал, понял?